делаю полученный результат более ценным для них. Обладает острым умом, развитым интеллектом. Старается соблазнить всех вокруг. Добродушная личность. Эти люди всегда находятся в гуще событий. Судьба предвещает этим людям удачную и счастливую жизнь. Эти люди – ответственные, находчивые и исполнительные работники. Добиваются высоких постов на службе. Они умеют высказываться. Относятся ко всему миру с философской стороны. Они умеют делать широкие жесты. Они замечают все несовершенства в своей социальной среде. Покоряют своими непревзойденными манерами. Борются за свои идеалы и ищут единомышленников. Они обладают острым умом и развитым интеллектом. Они четко и размеренно принимают решения. Они обладают острым умом и практичностью. Они ищут индивидуальный, несравнимый жизненный путь. Верят в свою победу и не поддаются на внешние провокации. Они поддерживают корпоративный дух и культуру и этику. Эти люди четко и грамотно разбираются в тонкостях работы. Пользуются популярностью среди лиц противоположного пола. Умеют заботиться о своем здоровье, изучают медицину. Семейные личности отвергают бездетный образ жизни. Они добиваются всего своим умом и трудолюбием. Благодаря предприимчивости организовывают свой бизнес. Их пугают недосказанность и таинственность. Это интеллектуально начитанные и образованные личности. Не любят перемены и авантюрные решения. Бывают очень сдержанными, а также решительными стратегами. В любых ситуациях сохраняют невозмутимый и холодный вид. Всегда готовы помочь или поддержать в трудную минуту. Их притягивает опасность. Они любят рисковать. Это выносливые, гибкие, продвинутые личности. Увлекаются политикой, благими делами, целительством. Они предпочитают постоянно развиваться и познавать новое. Это открытые, дружелюбные и веселые личности. Этим людям нужна серьезная почва для деятельности. Утонченные психологи могут выявить действительные факты. Не любят подчиняться, стараются поставить всех на место. Это пунктуальные, вежливые и нерешительные личности. Они стараются не допускать лишнего при окружающих. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.